Всем привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим, и я хочу вам показать, как устранить такую проблему. То есть наш компьютер не видит наше устройство, и также компьютер наш новый абсолютно, Intel Core i3 процессор у него, да, ноутбук Lenovo, и у него такая проблема. Также я сейчас вам продемонстрирую, то есть из-за чего возникает эта ошибка. И также у нас при установке операционной системы наш компьютер не видит наш SSD-шник. То есть установлен здесь внутри SSD-накопитель, и его наша операционная система не может распознать. Так, вставил я флешку, идет копирование файлов. То есть начало установки операционной системы. Итак, видим начало. Нажимаем далее. Установить. Происходит установка. Неважно, какая операционная система. Сейчас у меня была под рукой флешка с Windows 7. Такая же и ситуация на Windows 10. Вот, как видим, видит он нашу только флешку, но не видит наш SSD-накопитель. Что мы делаем? Закрываем, выходим полностью из нашей операционной системы установки, нажимаем клавишу F2 после перезагрузки, и у нас открывается BIOS. Далее мы видим, что BIOS наш видит наш SSD-накопитель, объемом он 256 гигабайт. Что мы делаем? Переходим во вкладку Configuration. Далее выбираем вот этот раздел Intel VMD Controller и здесь подключаем его. Disable. Далее переходим в раздел Security и Security Boot. Здесь тоже устанавливаем Disable. После этого нажимаем F10 для сохранения. Также я сразу, есть у меня версия операционной системы 10, сейчас я ее вставлю. Так, нажимаем ok, enter, то есть выбираем yes, и сейчас посмотрим, что произойдет. После того, как нажали yes, у нас компьютер автоматически перезагрузится. Некоторое время ждем. Так, вот видим, уже версия операционной системы я вставил 10. Нажимаем далее, установить. Далее у нас появляется окно соглашения, принимаем условия, нажимаем далее и нажимаем вот сюда. И вуаля, друзья, у нас появился наш SSD-шник. Нажимаем создать, применяем, нажимаем ОК. Происходит форматирование и создание. И нажимаем далее. То есть произойдет установка операционной системы. Ну, всем, кому помог данной проблемой устранить данную ошибку, ставим лайк, подписываемся. Ну и до новых встреч. Пока!